Лирические песни, зажигательные танцы, битбокс и презентации. На концерте «Здравствуйте, мы ваши соседи» первокурсникам рассказали о жизни в студгородке Юргу, где на новичков возлагают определенные надежды. Чтобы увидел первый курс, в чем можно поучаствовать, чем можно заняться в студгородке. И я надеюсь, что первокурсники пришли с новыми идеями, с новыми предложениями. То есть они умеют еще больше, будут прыгать выше, дальше. Спортивных мероприятий будет тоже значительно больше в нашем студгородке. Ребята из студенческого актива призвали первокурсников участвовать в культурных и спортивных мероприятиях, развивать свои таланты, пробовать силы в организаторской деятельности. Каждый год первый курс радует своей зажигательностью, яркостью, своими амбициями. Они все очень крутые ребята, полны талантов, эмоций. Они все такие солнечные и классные. В этом году не исключение. Кроме того, первокурсников познакомили со структурой студенческого городка Юргу. Учебные, спортивные и бытовые комнаты, танцевальные и шейпинг-залы и многое другое. В стенах общежитий можно найти все необходимое для досуга. Я просто очень рад, что мне выделили общежитие, потому что это общежитие – это самые радостные мгновения студенческой жизни. В общаге проходят, так что я просто невероятно рад от этого. Старшекурсники уверены, что жизнь в студгородке буквально перевернет мир вчерашних школьников, ведь общежитие на самом деле становится для ребят вторым домом.